Всем привет, ребята, и вы на нашем канале. И сегодня мы вам покажем, точнее, я вам покажу наши новиночки для моих пупсиков. Ася, привет-привет. И Таюша, привет-привет. Я забрала все наши заказики, которые я заказывала с Детского мира, с Валберес. И сейчас хочу вам их показать. Погнали. Ну, вот такой вот у нас пакет, как бы. Давайте смотреть. Первое, с чего я хочу начать, это будет, скорее всего, Валберес. И давайте я буду вам показывать. Первое, что хочу вам показать, это была покупочка с Валберес. Вот такое вот платьишко. Я заказала Асе. Новогоднее, да. Ну, знаете, мне оно прям очень понравилось. Я просто не могла удержаться. Очень милое такое. Merry Christmas. Вот такие тут завитушечки, как их сказать. Юбочка такая пышная. Извиняюсь за мой голос, я опять болею. Такое вот классное платьишко. Мне оно очень понравилось. От нашей любимой фирмы Клевер, опять же. Вот такая покупка. Убираю в сторону. Давайте смотреть следующую покупочку. Была эта повязочка, я ее уже опять открыла. Вот, такая повязочка. Я ее уже открыла, потому что мы ездили в торговый центр гулять, и я хотела ее очень сильно одеть. Тоже для Аси. Вот еще одна повязочка, уже желтенькая такая, тоже красивая, летняя. Так как у меня девочка, она должна быть всякими повязочками, резиночками. Вот, сейчас вам покажу. Вот такая яркая, желтая, вообще очень классная. У нас уже целая коллекция вот этих вот повязок будет. Вот, классненькие. Это последняя покупочка с Валберес, это вот такая вот покупка. Опять я купила платьишко. Я очень прям люблю платьишки. Такое вот тоже. Это как ботик идет. И вот такая юбочка. Прям легенькая. Но что мне нравится, это белый цвет. И под него подойдет абсолютно любая повязочка. Вот желтая подходит, в принципе. Потом бордовая тоже. Ну, это не бордовая, это фиолетовая такая. Тоже подходит. Мне вот тоже очень понравилось это платьишко. Ботик. Вот прям летом ходить. Вот прям, ну, самое то. Вот, что тут у нас написано. I am little princess. Такое вот милое тоже платьишко. Так. С Валбересом мы закончили. Сейчас переходим в Детский мир. Ну, так, еще я сейчас вам покажу. Купила вот такие контейнеры. Мне для рапортинга, для чего-нибудь подойдут они точно. Такие вот классные контейнеры. Что же я купила своим пупсикам в Детском мире? Все уже думают, что я забыла про Таюшу. Нет, я про него вообще не забыла ни капельки. Люблю его всем сердцем. И, конечно же, я ему купила одежду. Я бы с удовольствием, да, покупала бы больше одежды, но, к сожалению, не очень большой ассортимент в Детском мире для мальчиков. Ну, точнее, я просто ничего интересного не нахожу. На Валбересе то же самое. Но все же я что-то нашла в Детском мире, поэтому сейчас покажу. Я нашла вот такие вот классные штанишки. Вот. Что мне понравилось? Они вот с таким вот... Сейчас. Вот с таким вот начесом внутри. Вот, видите, они с таким начесом, тепленькие, вообще классные, с кармашками. Вот. Ну и вообще, я их взяла изначально из-за того, что я подобрала ему вот такую вот футболку подобрала. Я прям ее увидела, мне прям очень понравилась она. И как бы нужно было подобрать какие-то штанишки под нее. Я вот их нашла, решила взять. Я думаю, вот ему подойдет прям вообще супер. Вот такая вот футболочка с ленивцами. Я еще очень хочу купить игрушку мягкую ленивицы. Прям вообще супер. Вот такая вот одежечка. Сейчас
части от фирмы Baby Go. Вот. Там были разные футболочки, но мне с ленивцами больше всех понравилось. Вот. Такая вот покупочка для Тая. Дальше идут покупочки уже для нашей любимой девочки. Давайте вам покажу. Начнем с того, что я купила еще носочки. Вот тут шли три пары. Значит, темно-синие. Вот такие вот красные, тоже миленькие, и белые. Мне очень нужны были чисто вот однотонные носочки. И вот нашла, очень милые они, еще такие с сердечками, прям, ну вот прям влюбилась. Вот такие три пары. И под платьишки еще купила ей вот такие носочки, вот такими брюшечками, чтобы выглядело вот прям вообще мило-мило. Беленькие там шли и розовенькие. Вот. Такие вот носочки тоже вот. Вот смотрите, белый и белый, а почему-то все равно цвет немножко отличается. Также помните, я вам показывала вот это красное платьюшко. И представляете, что я нашла? Я нашла детский колпак. Вот с таким помпончиком он. И я его решила взять. Почему бы и нет? Очень будет классно, мне кажется, одеть платьишко на Новый год и колпачок. Не знаю, как он к Таю подойдет. Если к Таю подойдет на головку, тоже ему такой возьму. Схожу и возьму. Смотрите. Примерила Таюши. Подходит, в принципе. Такая вот красота. Так, вот такая вот у нас уже кучка. Но на этом еще не все. Что же я взяла еще? Своей зайке Пупсику я нашла вот такую офигенную просто футболку. Я не могла просто пройти мимо. Потому что я же купила вот эти носочки. Я такая смотрю, божечки, как они сюда подходят. И белые тоже. И летом прям вообще суперски. Вот, мне она очень понравилась. Вот, взяла вот такую футболочку с клубничками. Прям красота. Такая вот футболка. И еще рядом я увидела вот такую красоту. Это лайм, это лимоны, вот, и я вспомнила, что я заказывала вот такую повязку, и я поняла, что это просто будет великолепно, и поэтому сразу тоже взяла. Все новенькое, все с этикеточками, все у нас шикарно. И вот такая вот еще футболочка, тоже просто бомба. Я говорю, вот для девочек там, конечно, побольше выбора было. Смотрите, вот такая у нас разная куча вещей получилась. Точнее, большая куча вещей. Носочков также. И это все опять детям. Вот такие вот они у меня. Таюшек и Асечка. Скоро, кстати, будем расписывать уже Асю. И скоро вы ее увидите уже расписанную. Ну, а на этом я хочу закончить влог. Спасибо, что посмотрели это видео. Всех любим. И всем пока-пока.